Всем привет, друзья, с вами Гил, и со мной сегодня Слэпер, но он будет играть по чату. Он просто, короче, сегодня будем с ним сражаться один на один. Вы, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь. Если кто не знает, что такое Слэпер, то вот он. А я что, один его вижу? Чем Слэпер — это тот, кто делает про меня ФНФ мод. Да начнется наша великая битва. Вроде бы правил никаких нету. А, ну да, конечно, как обычно, блин, за ласточек играем. Ну окей. Кстати говоря, есть вот такой гаджет, который я могу на нем использовать, и он умрет. Только пугает неожиданность. Ах ты, Шелли — это просто такая, которую не предугадаешь вообще. Шелли — это такая собака, что просто это нереально предположить, где она высветится, когда она высветится и покажется ли она вообще тебе в лицо. Так, собираем все банки, которые вот вблизи нам, которые подальше от этого слэпера. Вот тут так называемого слэпера. На тебе урончика чуть-чуть. Думаешь, я тебя не найду, блин? Ну все, у него пропала метка. Так, окей. Надо взять еще одну банку, на всякий случай. Мало ли что. Он там уже 7 банок себе взял. Он что, там больной, что ли? Тебе кто разрешал все банки брать? Ну ладно, я его сейчас угрохаю, все будет кул. I follow it. Гасил, это просто капец какой-то. Ну как тебе? Вау! После каждого раунда смена бойцов. Так, сейчас мы сменили бравлеров, он стал Эдгаром, а я стал Вольтом. И сейчас нам надо будет как-то выживать, побеждать и так далее. Нам нужна срочно ульта. Я очень не хочу проигрывать, я просто первый раунд... Иди ко мне, Пашечка. Хотя его имя вообще-то другое, ну ладно, окей, я его палить не буду. Это как сейчас было? Окей. Короче, я проиграл, почему-то я не успел нажать на кнопку. Я не знаю, мне... сейчас я возьму свою новую ласточку, еще одну. Вот это берем. Ну и вот это, конечно же. У нас снова произошла смена бравлеров, и похоже, что сейчас победа будет чья? Моя! Это щит такой? Сейчас я ближник, причем такой ближник, на которого я, извиняюсь, потратил немало своих нервов. Все, теперь у меня есть 5 банок. Но мы на этом не останавливаемся. Посмотрите. Ничего так не подозревает, бегает. Бегает тоже. 8 банок. Ну, это было просто, да. В принципе, я никогда так просто еще не побеждал, наверное. Но окей. Смотрите, сколько я банок уже себе нахапал. Ой, кто у нас тут такой? Джессика, не блядь! Так, у нас сейчас это, новый раунд. И я хочу вам кое-что сказать. Давайте так. Если на этом видео собирается 10 лайков, то мы снимаем продолжение, еще более эпичное и еще с несколькими подписчиками. Надеюсь, вас устраивают эти условия, а мы продолжаем тут биться первое место. Это будет очень капец как плотно. А-ха-ха! Почему-то кажется, что он за мной следит. Я-то уже знаю, что он Биби. Так, сейчас клоун идет к ней. И поэтому сейчас мы должны вот это вот взять. 8 банок минимум. Вот где. Здорово. Че, давно не виделись, да? Очень давно.
Подходи поближе, поближе, подходи, я не буду к тебе близко подходить. Потому что для меня победа важна сейчас. Я сейчас победа важна как никогда. Ну, не очень хороший выбор, по-моему, сейчас. Но я выиграю, я вот уверен. В прошлый раз я не был уверен, потому что он брал ближника, который я нечаянно подошел. И вы, наверное, помните, что было. И сейчас, по-моему, я держу победу. Так как я никто не умеет играть за грифы. Я за ним охотился еще в прошлом году. Нет, в позапрошлом году я вроде бы за ним охотился. Я не знаю, помните ли вы это или нет. Ну, хотя я это даже на YouTube выкладываю. Ой, слушай, а ты уверен, что ты выиграешь-то, а? Слепушка, родимый. На тебе. Что я очень сильно сомневаюсь. Ну давай, слепушка, подходи. Куль. Знаете, я сейчас признаюсь, что мысль нечестна. Я не люблю играть за Эдгара, но я хочу выиграть. Мне все равно, какими методами. Так, давайте ульту сразу же на всякий случай накопим. Мне банки очень проще ломать. Мне хотят 4 удара. Самое страшное, что может быть, это Шелли с ультой. А все остальное это ерунда. Но мы со слэпером не такие умные. Мы с ним взяли самые простые варианты. Я уверен, что я выиграю сегодня, потому что... Ну, я потом посчитаю, и в конце вы увидите количество побед и кто выиграет. Я даже сейчас сам не знаю, но я уже предвкушаю, кто победит. Что, испугалась 11-баночного Эдгара? Ну, конечно. Я уже с 3 ударов банки ломаю. Ну что, давай с тобой закончим, что ли? Давай, беги от меня. Он играет за шута, а шута напугали. Это обалдеть вообще. Я его просто сейчас напугаю. Я не хочу его сейчас убивать. Я хочу его немножечко чуть позже убить. А он своими, блин, колокольчиками гребаными кидается. Гребаными колокольчиками. На. И у нас есть победитель! Ну что ж, это было круто. Ну что ж, спасибо вам огромное всем за просмотр, за то, что посмотрели это видео, за то, что вы болели за нас. Напишите в комментариях, какое может быть следующее видео, и что мне еще снять, может быть, даже по Brawl Stars. Ну что ж, спасибо за просмотр, удачи и всем пока.